лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус жив во гробе живо. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус жив во гробе живо. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус жив во гробе живот даровал. Спасибо, Господи. Христос воскресе, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Сегодня у нас в гостях мужской византийский хор «Пахомий Логофет», которым руководит Серафим Астахов. Здравствуйте. Да, и, может быть, не хора даже, часть хора, дуэт, да? Вот, и певчий хора протоиерей Дионисий Астахов. Здравствуйте. Редко услышишь в наших краях такое песнопение. Ну, что-то слышится родное в этих напевах. Может, это как-то генетически заложено, и, я думаю, откликается в русской душе. Хотелось бы вот поговорить о том, как это все возникло, как вы к этому пришли, прикоснулись, и что сейчас происходит. Вот в этой передаче хотелось бы об этом услышать. Ну, как бы... и просветить наших зрителей. Угу. Вот, что сейчас в хоре? Что сейчас... Ну, или с музыкой? И с музыкой. Сначала с музыкой, да. Ага. Мы поем, наш хор поет византийскую церковную музыку. У нас церковный хор, то есть прежде всего для богослужений. Мы занимаемся и концертной деятельностью, потому что приглашают, и мы не отказываемся. Примерно с какой-то регулярностью приходят новые люди, и теперь нас очень много. И... да, и поэтому нужно их учить петь, и у нас... как бы внутри хора есть школа, то есть мы готовим своих певцов, обучая их византийской музыке, чтобы они пели с нами.
Ну а почему именно византийская музыка? Почему вы увлеклись, вы как руководитель хора, да? Да. Потому что, ну, вы как лидер, вы всех зажгли этим пением. А когда это вот началось? Ну, мне было 17 лет, когда я с отцом, мы поехали на восток, в Грецию. И там сначала мне не очень интересно было, но потом я там в одном монастыре услышал просто, как один дед пел на литургии. И... Он был один? Ну да, просто один пел. Угу. Это принято в Греции, часто может петь даже на большой праздник один певчий, например, с микрофоном или без микрофона, если это небольшой храм. Угу. Ну вот, и он там пел, и я случайно услышал, а я в машине сидел на службу, не пошел. Вот, и он там пел, и я как-то услышал, и что-то щелкнуло, я побежал в церковь, вот. Ну и там до самого конца слушал, как он поет. Вот. А до этого, ну, у тебя образование же есть, да? Ты да, не просто я... так услышал, ты был готов, наверное, это услышать. Не знаю... Ну, я просто учился в музыкальной школе. Mm-hmm. Ну, закончил по вот классу. По флейте. Mm-hmm. Это это музыкальная гимназия имени Анны Ахматовой. Вот. То есть ты не вокалом не занимался, да, а хоровым пением? Нет, но хор мое любимое было занятие. Да. Там, музыкальная школа. Да, музыкальная школа. Но можно сказать, что с детства все равно слушал византийское пение, хотя не увлекался. Я его слушал. А. Всегда на записях каких-то. То есть даже, можно сказать, когда Серафим был маленький, в аудиоформате, а тут ты вживую услышал, да? И оно тебя так увлекло. Да. А со мной тоже, кстати, такое же произошло, когда я услышал. Ну, я знаменный распев услышал. Монах такой есть. Вот он спел мне, и я понял, что это такое. А так вот я аудио слушал, меня это просто успокаивало. А так, чтобы вот душа потянулась и начала молиться... Вот услышал от монаха. Да. Ну, да, я там на той службе, и потом я... ну, служба закончилась, и так я успокоился. А потом еще раз услышал, как хор монахов пел. И они были, огромный хор там, и они что-то очень такое пели, быстрое, динамичное, и... А, они пели... Канон Богородицы на молебне. Это где был? В монастыре Осиос Лукас. А, святого Луки Воина Есенецкого, греческий монастырь. Да? Его очень почитают в Греции. Мы как раз приехали всей семьей туда на богослужение, посвященное святому Луке. И там тоже очень замечательно пели. Вот, про это. И у тебя какая-то зародилась идея все-таки как-то воспроизвести это, да? Или... Нет, я просто, ну, я так под впечатлением поехал, мы поехали назад, вот, и отец мне дал диски. Монастырь Симона Петра – это самые, наверное, популярные диски в России с византийской музыкой, вот. И, ну, я их слушал целый год, каждый день там крутил с утра до вечера. И, ну, что-то, и начал что-то переписывать, там, заучивать что-то на слух. Вот. А потом через год мы опять поехали туда, и мы остановились в Сербии, в монастыре Ковель. Там очень хороший хор тоже. И я там остался на неделю. И там сидел по ночам в капелле. И, ну, нет, я взял книги с нотами, и вдруг увидел там маленькое пособие перед какой-то книгой. На русском языке? Не, на болгарском. Mm. Ну, так он понятен. И, вот. И я начал что-то пробовать, какие-то упражнения, и у меня стало получаться. Вот. Ну, и я за неделю этого мне хватило, чтобы, ну, такой толчок приобрести, чтобы потом самому учить пение дома. Вот. И так прошло полгода, я уже пел что-то, а потом просто нашел себе учителя. Здесь, в Петербурге? Нет.
тоже из Сербии, это Никола Поп-Михайлов. Он руководитель сербского хора Моисея Петровича. Они, кстати, приезжали к нам не раз. Ну, и часто приезжали. То есть с ними можно общаться, да? Да, конечно. Ежегодно, хотя бы раз в год. Но ты туда ездишь сейчас, да? Не, я сейчас не езжу. Хоровые дела вообще не дают уехать больше, чем на 3 дня. Понятно. И появилась идея, так как тебе было одному скучно петь, у тебя появилась идея, значит, надо было кого-то притянуть к этому делу. А, не, было интересно одному петь. Да просто я когда первые службы пел, там первые несколько месяцев, я когда начиналась служба, у меня в коленях дрожь была, потому что, ну, я там боялся ошибаться или что-то, но я не ошибался почти. Но все равно, ну, в общем, было так интересно, что да, что было даже страшно. А потом просто случайно получилось, мой учитель приехал на Академию православной музыки, не помню, какой это год был. Есть такая, летом, да, проводится? Да, уже нету ее. Уже нету, да. Вот матушка Юлиания как раз сетовала мне, что... Да. Ну и там на мастер-классе моего учителя были еще, ну, приходили разные ученики. Вот. А мы с Николой пели для них, как бы Никола рассказывал теорию, а я пел, показывал, как это. И там просто кто-то подошел и спросил: вот ты из Петербурга, ты из России? Я говорю: да, да, как ты вот научился? Ну и завязалась беседа, а потом мы договорились просто через 3 месяца созвониться и что попробуем, чтобы я их научил, показал что-то. Вот. И через 3 месяца мы не созвонились, ну просто это... Идея появилась, да? Нет, мы же договорились через 3 месяца созвониться, но мы не созвонились. Это значит, что могло ничего не состояться. А просто я случайно вспомнил, случайно набрал, и мы договорились встретиться. Сначала на первую встречу пришли 3 человека, потом еще один позвал своего брата. Так у нас появился маленький хор, мы там пели долго, трудно, упражнялись, это было очень тяжело. Вот, ну а потом налипали люди постепенно, многом, ну, все ну, больше. Как больше. Единомышленники они, да, вот они все-таки есть где-то, да, которые интересуются люди и с образованием, или заново все. Ну, это по-разному, да, бывает? Или просто талантливые люди? В хоре у нас да. Есть разные люди. Есть и с музыкальным образованием, есть и без него, есть те, для кого это первый музыкальный опыт вообще. И даже первый церковный опыт. Окей, значит, там его церковляться можно и все что угодно. Ну, прикасаться к культуре, да, к определенной. Да, ну мы же поем всегда на богослужениях. Оно за собой, само собой влечет. Спойте еще что-нибудь как раз, чтобы может, проиллюстрировать хорошо ваши рассказы. Хорошо. Аще его гроб снешен еси бессмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресал еси яко победитель Христе Боже, жена миру носится в мечах и радуйтесь, и твоим апостолам мир даруй. Пачем подаяй воскресение. Здорово. А как это, вот, как это здесь звучит, в Петербурге? Это специальные службы где-то идут? Где, как попасть на эту службу, чтобы послушать вот это песнопение? Звучит это... Наверное, для меня я больше ничего не слышу в церкви, потому что много служб, и ну, там в неделю у нас 2 или 3 службы.
Поем мы в Федоровском соборе на подворье Тихвинского монастыря. В Твери. Да, ну сейчас это отдельный разговор. Все желающие могут приходить, есть все написано в расписании этих церквей. Ну, вот Тихвинское подворье на Дегтярной улице. Просто мало кто знает. Ну, а Федоровский собор все знают. У Московского вокзала, да? Да. Как звучит? Да, как звучит? И как что, люди специально приходят принимают на службу? Или что, послушать, или как? Да. Оно же необычно звучит. Я знаю, допустим, священники, которые не очень любят знамя на распев, не очень любят эти длинные византийские песнопения. Они любят портес, вот, чтобы это красиво звучало, чтобы на голоса, чтобы там, вот, ну, то есть это дело вкуса. А это на любителя, да, песнопения? Я не знаю, те, кто слушает византийское пение, наверное, из 100, честная статистика, из 100 человек 5 скажет, что это они не приемлют этого. Да? А все остальные в разной степени, но показатель, те, кто слышит, они все хотят учиться. В основном наши люди в хоре, они все это бывшие слушатели. Или те, кто пришли в церковь. А есть даже люди, те, которые пришли в церковь на службу, и там пели мы, и они первый раз, например, были, первый раз вообще в церковь заходили. Два человека у нас таких есть, которые первый раз зашли в церковь и попали на службу, и где пели мы. И они сразу подходили и говорили, вот, вот это да, можно с вами, можно, как мне научиться? А мы их в хор звали. Я тоже могу вот своим опытом поделиться, как раз касательно этого вопроса. У нас в храме, где я служил, тоже пел хор Серафима. Несколько служб было некоторое время, когда регулярно была возможность приезжать и петь. И прихожане, ну, в основном мы это слышали первый раз. Может быть, были кто-то, кто слышал на записи, но в основном это первый раз. И была такая ситуация, что люди подходили, в основном все подходили и говорили свои отзывы. И примерно, как Серафим говорит, где-то, наверное, 90% люди, они говорили, что им очень нравится. Причем независимо от того, слышали они это раньше или не слышали. Люди, которые слышали, они говорили, да, это вот мы раньше это слышали, но это только там греческие монахи какие-нибудь поют, оказывается, можно и у нас петь, оказывается, и на русском языке можно это слышать. Как здорово. Нам вот понравилось очень, мы почувствовали, что это пение помогает молиться. Мы раньше не думали, что можно так молиться, но подобные отзывы. Люди, которые не слышали, вот у нас уборщица одна была, она цыганка вообще, уборщица. Вот, то есть она там цыганские песни слышала, может, больше ничего. Она пришла и говорит, а что это было такое за пение? У меня, говорит, душа куда-то в небо унеслась, в горы, что это вообще такое за пение? Другая женщина тоже сошла, девушка просто, которая вообще далекая от церкви, вот которая первые шаги делала в церкви, там что-то у нее там трудная история по жизни, и она подходит, говорит, я вот зашла, и вот такие песнопения были, я таких раньше никогда не слышала, я не знаю, что это вообще за песнопение, но у меня вот просто потекли слезы, и все, я не могла остановиться. И что интересно было, что равнодушных людей не было. Были или люди, вот, которых я сейчас упомянул, или другие, примерно 10%, да, 5%, может быть, люди, которые были категорически против. Они говорили, это возмутительно, это что за турецкое пение, это совершенно чуждое для русского человека пение, мы пойдем жаловаться, мы напишем там бумагу митрополиту благочинному. И они действительно пошли там к настоятелю, пожаловались. Там одна женщина сказала, я больше в ваш храм вообще больше никогда не приду. Но не было людей равнодушных. Вот кого бы я ни спрашивал, все говорили, или что им очень нравится, или что они категорически против. Вот такой интересный эффект. Да. А вас приглашают в другие храмы, бывает, да? Да, всегда, особенно последние вот полгода просто не... На разрыв, да? Ну да, я на рассвете ухожу из дома, ну примерно на рассвете, чтобы просто уйти из дома, чтобы нормально работать, ну быть на связи всегда и
очень, ну, делать кучу дел одновременно, там приглашения, какие-то концерты, записи. Заниматься еще надо со всеми, кто в хоре. Серафим проводит индивидуальные занятия с каждым из нас. Угу. И групповые, то есть получается раза два в неделю групповые занятия происходят. Ну и индивидуальные занятия, поскольку ребят много в хоре, да? Ну это труд. Есть девушки еще. Женское отделение хора есть. Не женское? Да. Господи, помилуй. Ну это так получилось. Изначально было мужское, да, направление? Да, у нас... Да не, просто я не думал, что это может быть интересно женщинам. Ну, то есть, нет, не так я думал. У нас просто мы 3 года пели, нет, 2 года мы пели, не было никого. А потом пришла одна женщина, и она с нами на спевках пела, а на службах не пела. Вот, а потом запели вместе, а потом пришли еще женщины и подумал... Они с низкими голосами, да? Да. Ну, это не сопрано там? Это... Нет. Женщина ниже. Да? Ну, не знаю кто, но женщины ниже поют, чем мужчины. Да. Да, я не очень просто в терминологии такой разбираюсь. У женщин вообще сам по себе строй у них ниже, то есть им трудно с нами в унисон петь. Поэтому приходят... У них грудное такое вот какое-то, да, вот это... Извлечение. Ну, то есть у них тембр-то, как тембр. Это сказать, они в октаву выше поют вообще, чем мужчины, но... Если по фортепиано смотреть, да. В октаву выше, но... Да, но тембр их... Обертона, всякий тембр, да. Низкий. Ага. Ну, то есть если мы берем какую-то одну ноту, нам удобно петь, а им неудобно, им надо не пониже на тон или на полтона. Не на тон, на 3 или на 4 тона. Да. Ну, в общем, женский хор в унисон с мужским ему трудно петь. Угу. Поэтому приходит невольно к тому, что у них должен быть свой отдельный хор, в конце концов. Не то, что невольно. Всегда так было, не было в церкви смешанных хоров. Да. Никогда не было, потому что пели, чтобы петь в унисон, мужчины с женщинами не могут петь в унисон, иначе они звучат так сильный резонанс. Ну ладно, спойте еще что-нибудь. Хорошо. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Пасха священная нам не споказася, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верный, Пасха двери райские нам отверзающая, Пасха всех освящающая, верный. Як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха всечестная нам Босия, Пасха радостью друг друга обимем, о, Пасха избавление скорби, и бой из гроба днесь, яко чертога Босия Христос, жени радости, исполни глаголя, проповедите апостолом. Прости, Господи. У меня просто сотни вопросов возникает параллельно. Во-первых, мне доставляет это такое духовное такое удовольствие. Я сам музыкант. Слышу нюансы, слышу, как что и работы много в это вложено. Вот. Как вот с этим жить в современном мире, вот молодому человеку? Вы же, получается, что как белая ворона по сравнению с каким-то другим молодым человеком, который рэпом увлекается, ходит в наушниках все,
Умца, умца, вот это. Дичь, дичь. А как вы себя ощущаете среди молодежи? Или вы, я так понял, что вы создали сами себе среду, да, обитания? Создаете? Да нет, я... Да я такой же, как все. Да? Ну да, но я только просто ерундой не занимаюсь. Вот. Даже мы, наш хор, и как белые вороны, и у нас в церкви, в принципе. Мы у себя, да, вы говорите, среда. Мы у себя в среде не чувствуем себя воронами. Для нас все естественно. Mm-hmm. А я только в последнее время начинаю задумываться, а человек приходит, или люди, или там отцы, с которыми мы служим, как они воспринимают. Просто такой обыватель. Mm-hmm. И... Я думаю, что... Нет, я не думаю, но мы стараемся преподнести это как что-то новое. Особенно у нас в Петербурге люди любят что-то новое всегда, и особенно в области искусства. И... Вот. Поэтому мы стараемся это привнести как что-то новое, но одновременно забытое старое. Вот. Новая волна, да. И да, как да, такое обновление хорошее. Mm-hmm. Ну, мы прекрасно себя чувствуем. А вот, допустим, вот рок-концерт. И вы выходите, 27 человек, хор, да. Mm-hmm. И вот это вот такое у вас случалось в вашей деятельности? Нет. Но один раз мы выступали с симфоническим оркестром. С симфоническим? Да. Ну, это как бы, да, это. Ну, это так. Скажи подробнее. Да. Это немного. Это не рок-концерт, конечно. Там была довольно высокая культура, там была очень красивая музыка. И есть такой композитор Андрей Микита. Все знают, он дружит с Борисом Гребенщиковым, и он написал по его песням одну ораторию. Оратория – это симфония для еще и для вокала. И мы там пели какие-то, пели там было несколько византийских кусочков, ну, которые скорее не византийские были, то есть это не классическая византийская музыка, а такие в стилистике были. Стилизованные. Да. И это был очень интересный опыт. Это было... Да, может быть, это тоже одно из видов деятельности, может быть. Ну, да. Сочетание разных культур. Ну, немножко эклектика, конечно, но... Это было очень эклектично. Интересно. Это но... песня Бориса Гребенщикова в симфоническом исполнении, в оперном исполнении с элементами византийской музыки. Очень интересно. Это было забавно, потому что когда мы после самой оратории поднимались... Ну, просто мы там зашли за сцену, а потом я вышел в ряды, чтобы своих знакомых встретить, и я поднимался между рядами, и там кто-то спрашивал: «Ого, ого, византийская музыка». Не у меня, а так между собой переговаривались. «Ого, ого», один спросил, а одну услышал беседу, кто-то говорит: «Интересно, это любители Бориса Гребенщикова или это действительно византийский хор?» Дорогие мои, на этом наша... Передача «Лаврские встречи» подошла к концу. Встретимся с хором византийского пения, мужским хором Пахомий Логофет в следующей передаче. Ангел-хранителя всем и Христос воскресе!